это КПИ ТВ. Сегодня мы на самом юмористическом студенческом шоу «Лига смеха КПИ». Надеюсь, посмеемся от души. Нове покоління піджимає? Та є, ну, тобто я дуже радий, що воно піджимає, підростає. Можна багато про що говорити. Хотів більше трендів, насправді. Ну, от єдине, чого мені не вистачало, тобто якихось шутях на теми, от які зараз саме. Тобто Дудя один раз згадали хтось, зато правком, які вже жують 18 років і нау, згадують часто. Так, це теми вічні, про які можна кожен раз жартувати. Мені хочеться більше такого гумору на ці теми, які зараз цікавлять людей. Ну, тобто вічне вічним, але внутрішки потрібно все одно якісь і теми, які на слуху всія інтернет, так, щоб ігрувати. Ну, так я посмотрю телевизор. Даже он не работает. Блин, дурак, я в пузе! Делать? Пока забухать, собственно, отметить сегодняшний, собственно, потрясающий фестиваль, начало Лиги смеха КПИ, но я сразу предупредил команд, что придется поработать, потому что то, что сегодня они вышли, получили достаточно большой заряд аплодисментов от зрителей, там, некоторых вставших жюри, это был большой аванс в то же время, но я надеюсь, что тот потенциал, который в них есть, тот опыт, который мы привнесем с редактурой, со всеми, кто хочет, чтобы зритель смеялся все больше и больше, зритель в конечном итоге получит максимально хороший результат. Я знав точно, що я буду вставати, коли вона буде виступати, через те, що, знаєш, такий мінімальний там патріотизм на рівні факультету він присутній. Тільки у нас на факультеті вчились такі люди, як Дараненко, Дзербал, Алекс Кривка і Круз. Хто сказав Круз? Во-первых, не Круз, а Александр Барабош. Почему диплом з деканата не забрав? И вообще, имею уважение, встань, когда сам декана с тобой разговаривает. Мне было вдвічі приємно, коли команда РТФ, вона ще й круто підготувалася. І тому я вставав не просто через те, що це РТФ, а через те, що вони реально круті були. Вы подготовились, так круто выступили и вообще всех порвали. Главное — это верить в себя, добиваться своей цели и не сдаваться никогда. А ну что еще, много работали, если честно. Нет, может казаться, что это, ну, как бы студенты, не серьезно, но серьезно, мы очень серьезно готовились, мы старались. Неважно, как готовились, это было максимально просто волнительно, потому что Грейс это выбрал нас в конце с таким, просто скажи что-нибудь. С такой интригой! О. Да! Но вы рады, все было не зря, мы вас поздравляем. Вы довольны капитаном? Скажите, вот честно, уже можно максимально сказать? Максимально довольны, мы уже знаем, что придумать, что сделать, как будет. Все будет просто вот так вот. Ого, ну тогда вам только победы желаю. Спасибо. С таким настроем. Молодцы, что не сидите дома, а участвуете в Лиге смеха. Вот, и ходите сюда. Команда уже готовится к следующему выступлению. От... Сейчас. Подожди. Команда уже готовится к следующим выступлениям. А вы ставьте лайки и подписывайтесь на КПИ ТВ.